Си, дамы и господа, с вами сэр Холмс, канал благородных сэров. Моровинд, мы с вами сейчас находимся настолько на востоке, насколько я еще не бывал никогда. На востоке Тамриэля, я имею в виду. Хотя вот здесь вот явно самые восточные точки, да? Ну, конечно, я не знаю, не вспомню сейчас географию более южных регионов, может, где-нибудь в Чернотопье есть более вдающиеся на восток острова какие-то. Ну так-то и тут надо побывать. И тут. Обязательно. Просто ради того, чтобы на самых восточных точках Тамриэля побывать, да. Вот, ну а тем временем находимся мы в деревушке Сайлен. Ну, деревушка. Небольшой городок, как говорят местные. Мирный такой тут. Пилигримы в основном путешествуют. И на них и строятся вся тут. У них чуть ли не экономика. Торговцы продают для них снаряжение и одежду. Вот, ну, каких-то особых, наверное, тут интересностей нет. Сюда мы пришли за тем, чтобы прикупить кое-чего для гильдии магов в Акаморе. Акамора у нас на... где? Северо-западе, да. Вот это, судя по всему, особняк лорда. Да, вот это вот лорд этого города. Приветствую тебя в Сайлене. Illuminated Elder. Great. Великого дома Эндарил. Старейшина. Угу. Так. Ну давайте поспрашиваем у него что-нибудь. Текущие события. Эвос. Есть деревушка еще на юг отсюда. Где-то тут неподалеку еще форт, тоже вроде бы на юг. Так. Так, что-то тут правление железным кулаком приносит какое-то resettlement, ну, успокоение. Но управление шелковой перчаткой воодушевляет. Abuse, encourages abuse, ну... злоупотребление, что-то такое. На самом деле, баланс между справедливостью и благотворительностью — это сложная штука. Закон учит пиплов, народ, уважать. И благотворительность вознаграждает их подчинение. Как благородные люди Индарил, вот это вот идеальный, видимо, у них стиль правления, говорит. Угу. Тилвани где-то заперлись в своих башнях. Хлалу предали, всех и свалили. Так, Редоран. Со всех их честью. Что-то там они разделились. А Индарил до сих пор объединены. Ну и... благословения Мальмсиви принесут мир и процветание нашим людям на века вперед. Понятно. Что ты еще интересного скажешь мне? Ну, видимо... у лорда к нам дел никаких нет. Может, у лорда что-нибудь своровать можно? Интересно. Каста, ты кто? А, ты раб. Раб имперец. Да, на востоке тут у них интересные вообще повадки. Те интересные такие страсти. Имперцы-рабы. Лефлет. Какая-то эндрильская пропаганда. Блин, вот это да. Ну, мы это возьмем. Fireplace, hotel, не беспокойся. Вот, прочитаем на досуге сейчас, пока не будем прям. О, поэма какая-то. Ну, поэма. Вряд ли в ней что-то будет интересное. А вот
Листок пропаганды Индарила, это что-то с чем-то, да? Посмотрим, посмотрим. Прямо тут на месте кражи читать не будем. Где-нибудь найдем местечко укромное и прочтем. Вот, да, здесь какой-то есть фермерский магазин, в который я как раз путь держал. Тойлинг Гуар, вот троллящий Гуар, наверное. Ну, какая дама. Привет, привет. О, торговать можно. Здесь ельюшки всякие, левитация, прыжки, перышки. Золото прилично, кстати, у нее. Так, выросла в Альмалексии среди бедноты, но пробила свой путь через челюсти этой бедноты. После выполнения всяких не очень хороших работ там и там, я встретила Эрера. После годов мы сорвали куш, что-то такое, и Эрер приобрел эту гостиницу. Раньше люди говорили Toilet Heart as Guars. Какие-то там троллящие, прям как гуары. И так мы и назвали таверну, понятно. Слухи, о, что-то интересное. Этаси Балвел. Так. Начал, или начал, наверное, это женщина. Начала делать регулярные ночные визиты к ее сыну Дураму, который находится в Эвосе. Ну, никто не знает почему. Может, он заболел. Но у меня сложилось впечатление, что Этаси избегает говорить о нем любой ценой. Угу. Этаси, да, значит? Ну, поговорим, поговорим с ней. Что за дела? Так, орк и альтмер прошли через город некоторое время назад. Сказали, что направляются в Демерские руины. Эти чужестранцы, у них никакого вообще здравого смысла нет. Я не удивлюсь, если они друг друга там поубивали или их там обоих завалили. Да, не говори. Так, что можно спросить еще? Да ничего особенно. Интересно, тут вместо выпивки, значит, зелья, да, продаются? Троллящий гуар. Ха. А, вот здесь, наверное, выпивка. Вот смотрите, какая там компания данмеров суровая. Призыв к оружию. Заметка Индарил. Вот это можно прочитать. Давай, брэтрен. Что за брэтрен? Не знаю. Так, давайте врежем назад нашим древним правам из аварисии жадных хлаловских рук. Да, из жадных хлаловских рук. Слишком долго они аннексировали наши территории, воровали наши силы и смеялись над нами в наших попытках каких-то. Мы должны объединиться, мы должны вытеснить этих злобных узурпаторов из наших самых истинных земель и восстановить святость нашим храмам, святилищам и могилам, гробницам. Слишком долго они преследовали нас, прям на порогах наших домов. Давайте же избавимся от этих вредителей раз и навсегда. Мы выдвигаемся сегодня. Хлало заплатят за их невежество, наверное. Сайнт. Подписано. Подписано. Индарил, ты смотри. Это точно Индарил написали? Они выглядели какими-то более благоразумными. Наверное, это вот что-то с этой компанией связано. А это что тут у нас? То же самое. Скажи, что здесь происходит? Эрер. Что-то я слышал про тебя уже. Публицист какой-то.
Эвас. Еда, вода, гриф. Так, Эташи, да-да-да. Эташи баловал. А, Эрер, это же, да, ее муж. Так, совет. Поставим меня на пути. Орка Альтмер, Муравинский лор. Это все такое. Все поселение, Шейн Скума, кто-то конкретный. Понятно. Так, это все, что у вас тут предлагается, да? Перекусить надо бы. Предположим, что это вареное все. Да чтоб тебя. Слушай, да, а то давно Аргоша у нас не ел ничего. Так, что у нас тут? Гриф, Мацт, Шейн. Да, винище попьем. Давай, сильно цену не ломи. Вот, отлично. Вспоминаем про отыгрыш. Так, это все вот так и вот так. А эффекта никакого. Ну, здорово. Не очень, наверное, мудро со стороны Эргонянина сувать морду в такую компанию данмеров. Но вроде бы они пока не против. Я фермер. Поздравляю. Так, офицер Эвос. Слухи. Ты слышал про этого идиота Пилигрима, кто отрезал себе палец одним из оружий Фатоса Брандина немного времени назад? Им пришлось обхаживать его в храме более недели, прежде чем он смог хотя бы говорить членораздельно. Я клянусь, этот кузнец или эта кузница — это смертельная ловушка. У Фотоса есть какой-то талант на такие веном, ядовитые лезвия, ну, блейдс, клинки. А что пилигримы вообще там делают? Пилигрим должен просто придерживаться клубов и стейвс, конюшен. Так. Секрет Даэдра. Даэдра это мы знаем уже. Дворфские артефакты, лор-ординаторы. Ну, это стандартный набор тем, на которые я говорю со всеми людьми. Думаю, с остальными смысла говорить нет. Так, это уже служебные помещения, мы туда не будем нос сувать. Так, еще был путь наверх, но там, скорее всего, просто комнаты. А вообще, дамы и господа, у меня получаются такие обзоры городов. Можно сказать... А, пути наверх нет, ладно. А, или подожди. Или это просто такая же дама тут стоит. На первом же это уже такая же дама была. А, она просто ходит туда-сюда. Ничего себе, что ты умеешь. Да, обзоры получаются городов. Там Red Rebuild. Я, конечно, не буду это называть обзорами прямо так уж. Но фактически, да, практически обзоры. Фактически, практически обзоры. Так, а это что тут у нас? Индроса Манасовский дом. Да, слушайте, это не деревня, это городок прям-таки. Ой, а что-то, наверное, меня тут не будут ждать-то особо. Привет. Ты видишь незнакомым. Так, я родилась на севере, теперь я живу здесь. Конец. Ну да. Я слышала что-то персоне... которая что-то сделала. Действительно, я слишком занята для таких вещей. Если задавать слишком много вопросов, они действуют на нервы. Так, по-моему, ухудшилось отношение, нет? Ладно. Пока. Вот, есть у нас храм такой красивенький. Сайлентский темпл. Темпл. Привет, хочешь принцессу? Да не, на самом деле не хочу. Малексия, продвижение.
Благословление. Обязанности. Две меры. Святой Нервал, Тривенал победили две меры в Великой войне. Так. Слухи. По-моему, мы уже все данные из них вытянули, какие можно было. Давайте просто теперь туда-сюда ходить. Осматривать это все. Если увидим кого-то подозрительного, с ним поговорим. А так-то вроде ничего тут нет особо. Да? Ну, какой храм тут прям. Помните аванпост Телвани, который мы набрели где-то там? На пустошах Варденфела. Он помрачнее выглядел. Вообще, я соскучился уже по таким классическим каким-то данжам Моровинда. По гробни... Ну, знаете, вот... Заброшенным таким же вот примерно башням, в которых сидят какие-нибудь бандиты. Вообще мне нужен фермерский магазин этот вот. Вообще тут явно, я думаю, эти деревья должны быть выше, да? Да. О, тут есть у нас даже сервисы Силдстрайдера. Так, что-то у нас тут. Тейлор. Лайн Салем Тейлор. На самом деле какой-то он... Кутюрье. Привет. Ничего интересного. Ну, тут, конечно, есть какие-то новые. Ух ты, а слушай, 1100. А возьмешь что-нибудь? Нет? Из такого мне нечего продать. Кольца, амулеты все нужные. Слухи про Диота Пилигрима, эксперты там. Про дейдрические руины. Спасибо, конечно, но... Такое. Вот еще, судя по всему, какое-то заведение. А вот это кузнец, у которого отравленные клинки, да? Go ahead. Здорово. О, 1800. О, хорошо. Слушай, давай подороже, а? Давай на все. Класс. А, да, вон, все с эффектом отравы. А, там, наверное, он не отрезал палец, а просто порезал. Ну, может, и отрубил, тоже забавно было бы. Стальное огненное сердце. Прикольно. Ну вот, избавился от лишней ерунды, стал побогаче. Не, ладно, эти стрелы... Ну, прикольно, они могут пригодиться в какой-нибудь конкретной ситуации. Подожди, а у меня нету самого каких-нибудь молотов? Есть. Давайте, карта. Такое место занимают. Вот это можешь себе оставить на память. Кстати, что-нибудь скажешь? Слухи. У меня был не очень... Умный пилигрим здесь неделю назад. Я торгую отравленными клинками, как можешь заметить. А он как-то умудрился порезать палец одним из моих кинжалов. Этот парень провел следующую неделю. Quality of my wares. Оценивая, видимо, качество моих товаров. Он вообще счастлив, что он не насадил самого себя, видимо, на один из моих шедевров. Ваденский коготь. Угу, коготь Вадена. Это бы он не пережил. Эта штука делает своих жертв слепыми, глухими.
трясущимися от страха. Вот. Но с позитивной стороны он бы не выжил быстрее. Что-то такое. Экстравагантные зелья, дурзокские когти, яд в оружие, сталь приносят дрожание и увядание плоти, проникая в твоих врагов. Понятно? Так, я могу провести 30 лет, чтобы натренировать мера, быть компетентным и достаточно опытным ординатором. Это требует 30 секунд, чтобы, ну, короче, убить его коктейлем из черного личина и ночной тени какой-то. Ну, про зелье, об зелье говорит мне, видимо. Да? Да. А что там у тебя за коготь? Ну-ка. Пока я не вижу ничего такого особенного. А, вот. Ваден Фанг. Кстати, короткий клинок. Сколько стоит он? 10 тысяч? А сколько ты запросишь? 11. Так, а мой стингер? Так. Ну, тоже неплохо, да? Слепота, зелье... О, на 100 секунд. Вот это да. Он реально может вытянуть жизнь всю. Медленно. Тишина, деморализация. О, я думаю, мы найдем еще много всякого оружия интересного. Слушай, это похоже адамантиновая, да, какая-то броня. Может, я смогу выкрасть эту штуку? Уровень 30. Speak, traveler. Вот если этот трап уйдет отсюда, то я бы смог, наверное. Тут вон еще есть путь наверх. А, нет, пути наверх. Наверное, из-за багов каких-нибудь опять. Так, нужно провести вскрытие. Давай. Ты ничего не видел. Ну тут по факту состязание кузнецов. Тут книга. По факту ничего тут наверняка нет интересного. Гойя. Укрепить силу воли и интеллект. Хорошая штука, да? Это вроде что-то из молока свиней, которое делается в Оленвуде, да, напиток? Насколько я помню из комментариев Мадемуазель Терры. Shard Slayer. Не, фигня. Это что? Гайд по Балморе. Ха. Балмора далеко отсюда. Слишком далеко. Ну, наверное, этот великий меч у него самого при себе. Так, где же этот фермерский магазин? А, вот. Фермерские припасы. О, да, много всякого интересного, смотрите. Это что такое? А, white poppy pot. Белощеночные стручки. Так. Торговец. О, рогатая лилия и цусимовские цветы. Так, рогатые линии, цусимовские цветы. Много времени прошло,
с тех пор, как я вообще слышала о них последний раз. И я не ожидала увидеть их здесь очень-то уж скоро. Они вообще цветы для орнаментов, такие для украшения, скорее, чем для чего бы то ни было еще. И данмеры обычно покупают их у флористов в горне. Straight from the gardeners in Альмалексии. Или напрямую у садовников Альмалексии. Но я думаю, это не будет очень-то быстро для тебя. Ты был в Байсандрионе? Это первое место, где бы я попробовала... Попробовал их, наверное, поискать, если на твоем месте. Что это? Так, Бесандрион — это древняя крепость Тиндарил. И единственная, которая не была разграблена с тех пор. Ее сады, наверное, наиболее восхитительные во всем Моровинде. Я полагаю, что они торгуют с чужестранцами. Не уверена, что ты сможешь получить все, что тебе нужно. Потому что вот эти количества, которые тебе нужны, они весьма необычны. Но с пустыми руками ты точно не уйдешь. Так, как туда попасть? Иди по дороге в Альмалексию, которая ведет на юг. Потом на запад. Пока не прибудешь к реке Оретан. Оретан. Которая как раз перед Драйнимом. А потом дорога поворачивает на юг. На этой точке поверни на север вместо этого. Спустя немного времени ты набредешь на Байсандрион, ну или какие-то окрестности. Удачи тебе, органянин. Да ладно, неужели у тебя нет этих цветов? Я слышала, что охотник на ведьм недавно пришел в Сайлен. Он находится в отеле пилигримов. Это интересно. Так, если ты собираешься путешествовать за пределы Сайлона, тебе лучше запастись припасами, а? Ну да. Маленький секрет. Командир форта Амбермот Сина Андасе, очевидно, женщина благородных кровей. Из того, что я слышала, она не очень-то благородно себя ведет. Она дегенерирующий пьяница, и у нее есть неформальные дружеские отношения с целой кучей каких-то там ни рыбы, ни мяса людей. Я думаю, что ее нужно сместить. Ох уж эти западные люди. Ни о чем они вообще, если ты меня спрашиваешь. Они ни о чем, понятно. Неужели у тебя вообще ни одного цусимского цвета нет? Да, печаль. Пшеница вон есть какая-то. Зелье левитации можно наделать. Но цусимских цветов нет. Я бы сразу их узнал. О, кстати. На? Посох классный. Надо, наверное, использовать его. Огненный урон и все дела. Ну, это можно, наверное, оставить. Понятно, ничего нет у нее. Вот печаль. Ну, охотник на ведьм, это интересно. Монастырь. А, вот.
Хостел для пилигримов. Пилигримов. Так. Наши предки, мертвые духи, слабые, что-то там. Даэдра, плохие даэдры, сиена. Данмиры, две миры, великие дома, слухи. Идет пилигрим. Да, я тебя предупрежу. Задания в храме для низших рангов не очень-то трудные. Но когда ты достигнешь ранга курата какого-то, задания становятся очень-очень сложными. Не удивляйся. Если тебе придется потратить много времени на улучшение своих навыков за пределами храма, перед тем, как ты справишься с квестами более высоких рангов, задания проверяют твою веру, да, и они проверяют вообще здравый смысл и чувство справедливости твои. Я слышал, там вообще надо будет совершить паломничество чуть ли не по всем храмам и святым местам в Орденфеле, вступать в храм, что-то такое. Другие культы, пилигримаж. Ну, а ты не охотник на ведьм, да? Ты кто? Пилигрим. Вот это похож на охотника на ведьм. Приветствую, чужестранец. Если я не ошибаюсь, ты новичок в Сайлине. Так же, как и я. А кровати в этом хостеле предназначены для членов нашего храма. Но если ты собираешься остаться в Сайлине для какое-то время, возможно, ты найдешь себе кровать в Троллящем Гуаре. Остаться в Сайлине. Да. А по приглашению сэры Арнса, я остаюсь здесь, в Сайлине, просто выполнять мои обязанности. Время для медитации, как это есть... Куратор храма трибунала. Видимо, ты не охотник на ведьм, да? Сколько тут всего интересного. Красивые какие штуки. Это что такое? Глаз какого-то грахла. Кусок панциря жука. А где охотник на ведьм-то у вас? Слушайте, обширный храм. О! Ага, кто-то тут пьянствовал. Прямо Kingdom Come напоминает мне. Тут вряд ли что-то интересное, даже не буду особо. Хотя смотрите. Сердце мумии. Аквамарин. Какой-то хлеб особый. Ладно. Сильно не буду тут. О, акробатика выросла, отлично. Ух ты, какой тут библиотека, блин. Я вот, когда играл для себя просто, я бывало просто зарывался в такие библиотеки, вот, например, в Обливионе. Направился прямиком на урок 23. Прямиком в Корал. Да, чтобы главный квест начать делать. Так, ты кто? И вступил в гильдию магов. И у них там такая была обширная библиотека. Я просто засел и начал все читать. Конечно, требовало тоже кое-какого усилия воли это все. Ну что-то, подождите. Ну где тут охотник на ведьм-то? Почему? Это пилигрим, да? Пилигрим. Вот это куратор храма. Это тоже храмовник какой-то. Это тоже, а пилигрима нет. Ой, охотника на ведьмы нет. Там я был, там его тоже нет. Ладно. Значит, это все гонево. Гонево. Ну вот и все. Исследовали городок. Кузнец под деревом живет. Так, это что такое? Горн. Ха-ха, прилично, прилично мне туда драпать.
Или подожди. А, вот сюда мне надо. А горн это... Абиссадрион. В горне там... Чей-то сын страдает. Подождите, а где эта дама-то? Блин, надо найти ее, ребят. У которой с сыном проблемы. Интересно же. Может, чем помочь можно? Подзаработать на этом как-то? Поспекулировать, да? Давайте попробуем выяснить. Сейчас включусь, если что. А, нашел я эту даму. Она, оказывается, еще алхимик. У нее можно кое-что приобрести, по идее. Но она только может тренировать. Может, ей забыли добавить возможность торговли, но тем не менее. Вот, я могу ее расспросить о ней самой. Вот, говорит, давным-давно я служила какой-то триуне и путешествовала по всему Моровинду как пилигрим. Я изучила много всего в те дни. А мое последнее путешествие было к островам Тилвани. А земли там неприветливые и не прощают ошибок. И к тому времени я достигла точки Аягонда. И обрела мудрость, безусловно. Кости стали скрипеть, псера, а мышцы стали уже, ну, знаешь, такими менее гибкими. И я села здесь, в Сайлине. И... Как интересно, как это? Сейлин, наверное. Сейлин. Сейлин. И я попыталась передать все, чему научилась моим детям. Моя дочь Фатуса управляет страйдерами местными. Трейрам выращивает корк-бульб. А Дурам работает как шахтер в Эвосе. Эвос это у нас, да, небольшая шахтерская деревня на юг от Сайлена. Тренировочный лагерь для эндорильских стражей. Угу, так. Вот, видимо, это и есть проблемный сын. Да, это мой сын. Он шахтер. Ничего больше не могу сказать. Да, так просто от нее не добьешься, я думаю. А охотника на ведьм я так и не нашел. Врут, нет никого там. Так. Ну, это какие-то общие темы. Сейлин. Мирный город. Вот такой городок. А если попробовать как-нибудь... Так. Амулет медовых уст. Так, и... Телуванский жучий мускус. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О! Ну? Вот, теперь она мне доверяет достаточно. А святой Лорат сказал, что там время для осторожности и время для веры, что есть... Время для осторожности, время для веры. Что это такое? А с тех пор, как ты появился в Сейлине, я не видела никаких причин доверять тебе что-либо. Ну, это, короче, ну ты вроде чувак, которому стоит верить. Я поделюсь с тобой, сэра, если ты... Оставишь это знание в секрете, наверное. Мой сын влюбился, я полагаю, в женщину-раба на каком-то складе Кирот. И с тех пор какой-то дух охотится, ну, как набегает на его дом. Я боюсь, что отношения оскорбили предков нашей семьи. Я пыталась... снять чары и изгнать этого духа снова и снова. Но эффекта не было. Так, мы должны прийти к миру с нашими
отцами тем или иным способом. Но я боюсь, что это будет небезопасно для него входить в гробницы предков самостоятельно. Я, конечно, очень многое прошу, но я знаю, что ты можешь о себе позаботиться. Может, тебе стоит посетить его, сэра? Ну, интересно. Ладно. Можно попробовать. В принципе, тут в этом городке больше ничего интересного нет. А, вон там, кажется, форт этот. Вот это дочка той. Дамы. Вон еще какой-то там построечка. Но все-таки да, нормально мы тут находимся, далеко на востоке. А ты можешь что скажешь? Эвос. Направление Акамора, Босмора, Некром. Ну, правда? Босмора? Босмора, Акамора. Дочь Тасси, сестра Дурана и Трирама. Слухи, советы, командир форта. Ну. А, смотрите, вон как управляют силстрайдером. Бедные-бедные силстрайдеры. Так, ну ладно, дамы и господа, давайте на этом закруглимся. Пусть эта серия будет обзором Сейлина. Пусть все, касающееся его, непосредственно останется в этой серии. Ну, дальше двинемся дальше на юг куда-то, вот эту шахтерскую деревню посетить и найти все-таки эти цусимские цветы. Как сложно-то это оказывается. Вот, что ж, спасибо тогда за ваше внимание. Это был канал Благородных Сэров, Сэр Холмс, Моровинд. Всем пока!